Доброе утро. Охайо годзаймас. 6 часов утра. Мать встала, чтобы приготовить мужу и младшему сыну обед. Кому-то на работу, а кому-то в садик. Чисто домашняя съемка со своими проблемами, со своим неуспеванием куда-либо. Будет, наверное. Вот, так что смотрите. Обеды готовлю вторник, среда, четверг мужу и сыну. Так что вот так. Ну а сейчас, Лен, иди причешись. Угу. Детский термос для сада. Сейчас буду загружать. Льда много любят японские детишки. Чтобы холодное-прихолодное было. Зеленый чай. Без сахара. Под завязку. Второй термос. Он чуть побольше. Это уже для школьника. Тоже сейчас буду наливать. Но сыночек старший не любит особо зеленый чай. Просит мугичу. Тоже не сладкий напиток мугича. Из проросшей пшеницы. На вкус, если первый раз пить, то не очень вкусно. А потом уже привыкаешь. И даже нравится. Становится. Термосы готовы. Теперь будем укладывать обед с собой. Мужу и сыну младшему в сад. Котлетки. Одни маленькие, другие большие. Один ребенок, а другие папки. И нужно вот такое у бенто. У бенто обед готовый. Мой. У бенто называется по-японски. Сейчас буду укладывать. Рис там готов. Сейчас посмотрю рис. Рис без соли, без масла. Просто отварной рис. Японский рис очень вкусный. Мне очень нравится. Он у японцев вместо хлеба. Небольшие котлетки, как раз на один укус, а ребенка еще меньше. Впритык укладываем, чтоб наелся. Японцы-то немного едят, хоть и маленькие. Еще одна влезет, нет? Должна, вот маленькую положу. Одной рукой, конечно, управляться тяжело. Сейчас вставим. Теперь в три вот этих красивых контейнера заложить салаты. Салаты я сегодня не готовила. Попросила купить мужа. Вот такие салаты сейчас буду укладывать. Вот такой черный салат. Очень полезный. Надо побольше, чтобы был здоровый мой муж. Салатов нужно есть много. Следующий салат. Картофельный.
такая какая-то не мятая картошка, но картошка. Там есть морковка, огурчики, такой картофельный салат японский. Следующий готовый салат. Здесь ренкон, морковь. Обед готов, мужу на работу. Будет немка чавкать и жонку вспоминать. Ребенок еще маленький, поэтому с обедом никаких выкрутасов. И даже рис я не просто кладу, а делаю их в маленькие колобки, чтобы когда он ел, можно взять его, этот колобочек, ложечкой и кушать с легкостью. Потому что ребенку еще 4 годика, ему тяжело поддевать такой клейкий рис. Вот такие маленькие 3 колобочка. Это, кстати, ящичек для обеда. Небольшой. Сюда мы отправим немного салата. Не думаю, что он все съест. Принесет, наверное, обратно. Но шанс, что он отведает салатика, есть. Поэтому... Мама! Какие-нибудь маленькие детали. Да, сыночек, вот тебе готовлю обед. Чтоб все покушал, понял? Вот, видишь, ренкон тебе кладу. Чтоб все покушал, понял? Обязательно, чтоб был здоровый и красивый. Немножко картошечки, картофельного салата. Любит он морковку, так что морковку побольше. Ну и огурчик можно. Ну и осталось одно место здесь под котлетки. Котлетки только из говядины. Как-нибудь сейчас уложим. Вот это вынем, отбросим. Так, сколько, интересно, тут войдет? 4. 4 котлетки войдет. Вот такой обед. Для малыша 4 лет. Закрываем красивой крышечкой. Обед готов. Но еще с собой нужно много чего положить. Сейчас покажу. Итак, это Том, а сзади фон, японской речи. Сын с папкой разговаривает. Так, тряпку иди отсюда. Итак, палочки. Не знаю, пользуется ли он палочками. Но он старается, что-то пытается палочками кушать, но у него это не очень получается. Ложечка, вилочка. Теперь это вставляется сюда. И также закрывается крышечкой. Ну, как видите, мальчик у меня. Все в синем цвете. Шинкансены. Скоростные поезда. И полиция. Скорая помощь. Пожарная машина. Вот такой набор.
с собой. Мешочек для обеда, куда все загружать? Забыл погладить. Постирала, а погладить забыла. Так что теперь увеличиваем скорость, чтобы все это погладить. Вот такой мешочек тоже. Ну, не только мешочек надо погладить, но и платочек. Слышь, сыночек. А что, они у тебя длинные, что ли? А? Длинные, что ли? Ногти-то. Подстригать ты решила не такими ножницами, сыночек. Вот платочек, который стелится под обед, чтобы не испачкать стол в саду. Его тоже надо погладить, красиво сложить. Сыночек, осторожно. Осторожно. А ты что весь в шоколаде-то? Ты что ел-то? У тебя что, длинные ногти, что ли? Начинаем укладывать. Сначала вилочки-ложечки. Вилочки-ложечки. Потом обенто. Не закрыла. Сейчас закрою. И сверху на обенто платочек. На обед. Обенто. Уже все называю. Обенто и все. В голове обенто. Так. А, еще надо что-нибудь вкусненькое положить. Разрешается в саду ложить вкусненькое. Что-нибудь маленькое-маленькое. Чего ты хочешь? Сынок, чего хочешь-то? Ну, давай, давай, побыстрее, а то мы не успеем. Иди какай. Что же леглась на самом проходе-то? Мать бегает туда-сюда, не успевает ничего сделать, никакие обеды, Гань. Сами, ты не доел свое пирожное, пойдешь голодный в сад, ой, в школу. Никакой сладости я не нашла, так что так загружаю. Без дизато, десерта. Я, говорит, пошел, давай. А чё ж ты, Такимас, а ты в пижаме идёшь-то? О, господи, не переоделся. Давай, 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 давай. Папку уже пошел. Застегивайся. Откусывай. Одно откуси. Господи, ничего не поел. Чё ж ничего не поел-то? Банан хоть съешь. Воротничок поправь. Давай. Банан. Откусывай побольше. Давай, папа. Давай. Откусывай, мама, откусывай. Дядь, ты Раша. Открывай дверь. Широна. Дзинь-дзинь, табинака Таисова. Кё. Пока-пока. Пока-ка. Итак, сумка сада. Здесь у нас дневник. Сюда мы закладываем обед. Сейчас одной рукой неудобно. Стаканчик. Стаканчик тоже нужно класть в мешочек. Это они там пьют. Тоже могичу. Сумка, термос, шляпа. Пойдемте одевать дитя. А она еще стрижет ногти с грязным шоколадным ртом. Для сада. Маечка и трусики. Обязательно нужно положить платочек. Хорошо. Чтоб мыл ручки и вытирал ручки платочком. Давай, сыночек, одеваться. Ой, а грязный-то. Нет. Нет, не пойдешь в сад сегодня? Давай, сынок. Ты что же весь в шоколаде-то? Нет. Чего же нет-то? Как на, одевай. Ручку просовываю, ручку.